Всем привет! С вами интернет-магазин Обновка. В данном обзоре хочу вам рассказать о модели с номером 15030 от торговой марки Restime. Restime — компания украинская, производится товар весь в Китае. Это хорошего качества фабричный Китай. Также хотелось бы подчеркнуть, что мы достаточно давно занимаемся продажей одежды обуви, поэтому посмотрите, пожалуйста, видео до конца, и я уверен, что вы получите много полезной информации. Так, ну смотрим. Верхняя часть изготовлена из синтетических материалов. Значит, вот рантик, который вы видите, это синтетическая кожа в виде замша. Ну вот полностью все. Вот желтая и бордовая — это просто синтетическая кожа, а это синтетическая кожа, которая в виде замша изготовлена. И здесь стоят вставки тканевые. Ткань также синтетическая. Подошва здесь трехслойная. Наружный слой изготовлен из более плотной резины для того, чтобы кроссовки быстро не изнашивались. И есть еще два слоя, которые изготовлены из вспененной резины. Вот то, что вы видите белым, это поплотнее немножко слой. Красное, то, что вы видите красным, это самый мягкий слой, для того, чтобы пятка не набивалась при длительной эксплуатации кроссовка. А внутри здесь ткань синтетическая. В районе пятки здесь поролон подложен, чтобы голеностоп держался в кроссовке. И влаговпитывающий слой внизу. Стелька у нас изготовлена. Здесь синтетическая ткань. Под нею материал Эва. Это вспененная резина, ну, приблизительно 5 мм толщиной. Так, значит, по размерам. Размеры идут с 36 по 41. То есть можно покупать как подросткам, так и женщинам. Подписывайтесь на наш канал. Мы постоянно делаем обзоры на какие-то новые товары, на новинки, которые появляются в нашем интернет-магазине. Ставьте лайк или дизлайк, в зависимости от того, понравилось нам вам наше видео. Также комментируйте. Возможно, вы захотите, чтобы мы сделали обзор на какой-то другой товар, который есть у нас в магазине, либо на какой-то новый товар, который нам нужно выставить на продажу в нашем магазине, которого нет на рынке или который достаточно дефицитны на рынке Украины. Вот, пишите ваши пожелания. И всем приятных покупок в сети.